Скатерть, салфетки и посуда. Эти предметы есть дома у каждого, и их вполне достаточно для оформления праздничного стола. Но как это сделать красиво и быстро? В рамках проекта «Химки. Интересно жить» химчан научили праздничной сервировке новогоднего стола. Провела его Ольга Покровская. Много лет она проработала метрдотелем ресторана и знает, как создать атмосферу высшего класса. Базовый навык – разбираться в назначении каждого прибора. Какие вилки подойдут для рыбы, какие для десерта и как необходимо расставить бокалы. Самый большой фужер для напитков, для компотов, для лимонадов. Справа от него мы ставим уже для шампанского. Мы подставляем фужерчики уже поменьше размером. Это будет для красного вина. От него еще меньше. Это будет уже для белого вина. Следующий пункт – салфетки. Здесь они выполняют не только практическую функцию, но и служат украшением. Сделать стол более ярким помогут и мандарины, небрежно разложенные на столе. Мастер-класс вышел интересным и полезным для химчан. Под большим впечатлением осталась Лилия Смирнова. Говорит, узнала много нового и непременно воплотит полученные знания в жизнь. Я сегодня пришла первый раз на мастер-класс. Мне очень-очень понравилось, очень супер. Особенно все приготовления к Новому году. Вот эти все салфеточки, сервировать стол. Мне очень-очень понравилось. Тематические мастер-классы проводят каждый день. Выбрать тот, который будет интересен именно вам, достаточно просто. Нужно всего лишь воспользоваться смартфоном. Такой вот есть сканер, ты им наводишь на вот этот вот QR-код, который есть у нас в каждой газете, и открывается сайт «Химки. Интересно жить». Его можно закрепить на рабочем столе. Также узнать о ближайших мастер-классах можно из газеты «Химкинские новости». Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.